как накрутить такой характерный рычащий муговский бас в ризане. Вообще эмуляторов синтезатора Moog предостаточно. В том числе в ризане существуют такие плагины, как The Legend от Synapse Audio или Viking Synthesizer от Exode, не говоря уже о большом количестве всевозможных VST-плагинов. Все они, как правило, пытаются эмулировать популярную модель Mini-Moog или Moog Voyager. В частности, вот эти плагины платные. Но в рамках наших уроков важно научиться именно саунд-дизайну, а не получить звук. Поэтому мы не будем рассматривать платные плагины, а попробуем накрутить звук сами, причем используя синтезатор, который идет в поставке Reason. Это Европа. Этот синтезатор идет даже в поставке Reason Lite, который раздается бесплатно с оборудованием или вместе с мобильным приложением одно время раздавался. Почему я взял именно синтезатор Европа? Потому что муговский бас держится, так сказать, на трех китах. Сейчас я о них расскажу. И все три присутствуют в этом синтезаторе. Я подключу сразу же сигнал-монитор, чтобы мы видели форму волны. И первый, так сказать, кит в муговском басе – это форма волны. Так называемый shark tooth или пила из акулевого плавника. Вот в этом синтезаторе вы можете видеть... Вот она, эта форма волны. Смешанная пила с треугольником. Выглядит она как акулий плавник, поэтому и получила отсюда такое название. А внутри Европы мы можем создавать произвольные формы волны. Вот здесь вот мы выбираем тип волны огибающая, 3-4. И вот эта ручка будет плавно менять форму с 3 по 4 envelope. Но нам достаточно одного, 3, и... Давайте воссоздадим здесь наш плавник акулы. И вот у нас что-то подобное уже начинает получаться. Вот этой нижней точкой мы можем также менять характер звучания. Второй особенностью муговского баса является, естественно, фирменный муговский фильтр. Лестничный фильтр на 24 дБ на октаву. И в Европе у нас тоже есть такой. Вот он, ладдер фильтр, low pass 24 дБ. Поэтому направляем наш первый осциллятор на этот фильтр. И вот у нас уже что-то получается. Ну и третья особенность – это овердрайв, то есть перегруз, встроенный прямо в синтезатор. Здесь у нас тоже есть ручка драйв, и мы можем ее выкрутить на максимум. В синтезаторах типа The Legend есть также ручка драйв, которая выдает ту же самую функцию. Причем при перегрузке овердрайва загорается вот тут лампочка. Но у нас здесь тоже лампочка есть, она тоже будет загораться. Теперь мы можем настроить немножечко огибающую нашего фильтра, чтобы вот так вот его не крутить руками, а он открывался у нас сам. Для этого будем использовать огибающую 2. Вот здесь envelope 2 есть. Мы указываем количество воздействия огибающей и настраиваем ее. Будет у нас плавное открытие и плавное закрытие фильтра с сустейном где-нибудь в верхней точке. Можно увеличить релиз на усилителе. Также вы могли заметить, что в синтезаторах Moog используется не один осциллятор, а, как правило, 2 или 3. Но у нас в Европе также есть возможность включить 3 осциллятора. И я включу как минимум 2 осциллятор. Выберу ту же форму волны, но для придания более аналогового звучания я сделаю совсем небольшой детюн. 2 осциллятор также можно направить на наш фильтр. И вот, в принципе, характерный муговский бас у нас уже звучит. Что мы можем еще сделать? В LFO мы можем немножечко автоматизировать движение фильтра. Для этого в матрице модуляции я выбираю фильтр Frequency, выставляю небольшое воздействие LFO 2 на фильтр. Таким образом, даже при сустейне, при открытом фильтре, у нас будет существовать небольшое движение звука.
Теперь немножко можем подукрасить наш звук, добавив эффектов. В частности, можно включить совсем немножечко дилея. На одном из осцилляторов можно включить унисон, но только тоже немножечко, потому что бас все-таки должен быть более монофоническим и небольшой совсем детюн. Для любителей высокого резонанса на фильтре ручку резонанс можно выкрутить, наверное, где-то наполовину. Ну и для придания совсем ламповости и теплоты нашему звуку мы можем добавить какой-нибудь дисторшн, допустим, пульверайзер, и получить вот такой вот звук. При желании один из осцилляторов можно сделать на октаву выше, если вам нужны частоты ближе к среднему диапазону.